Привет, друзья! Российские подразделения ВДВ начали получать систему бесперебойной подачи пулеметной ленты «Скорпион» на 550 патронов. Система боепитания «Скорпион» разработана компанией «Фронт тактические системы» и начала поставляться войска под заказ в 2015 году. «Скорпион» оснащен удобным в обращении рукавом подачи нерассыпной металлической ленты, позволяющей вести непрерывный огонь из оружия в любом положении. Система подачи боеприпасов «Скорпион» рассчитана под 7,62 патрона. Если будут поступать заявки, гибкие рукав системы подачи боеприпасов могут разработать и для подачи 30-мм гранат для соответствующего оружия. Масса всего комплекса 21,8 кг. В него входят рюкзак, короб, рукав подачи и боекомплект в 550 патронов. Возможно использование короба и на 1000 патронов. Несмотря на высокие оценки специалистов, Минобороны не закупает пока массово этот комплекс. По некоторым оценкам, в России сейчас этот комплекс использует более чем 150 различных подразделений сил специальных операций. Цена комплекса около 88 тысяч рублей или 1100 долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.